Здравствуйте. Если лицо склонно к отечности, особенно веки набухают по утрам, можно ли делать блефаропластику верхних век? Поможет или противопоказано? Нет, это как раз взаимосвязанные вещи. По утрам возникает отек, потому что, скорее всего, есть те жировые клетчатки, которым можно убрать. Наш организм так устроен у всех, что когда мы вечером ложимся спать, в зависимости от диет и так далее, мы берем некую там нормальную ситуацию, соленое поели, не поели, то плазма из кровеносного русла, она может проникать жидкость в мягкие ткани, чаще в жир, подкожевую клетчатку. За счет этого формируется отек у всех у нас. Пальцы, там, подкожевая клетчатка, предплечье, плечи, живот, в том числе и лицо. Просто на лице это всегда более заметно, потому что здесь достаточно близко находятся кости. Очень много различных анатомических структур, перепадов, особенно в орбитальной зоне, тонкое веко, особенно если круговая мышца не удерживает. Здесь везде у нас есть жировая клетчатка, и вот если она оттекает, а оттекает она всегда у всех, в зависимости от времени суток и, еще раз повторю, там режима питания, у кого-то это заметно, у кого-то нет. Чаще заметно у того, у кого есть уже избыточная подкожевая клетчатка, которая проявляется. И она еще и отекает, и сразу видно. И человек говорит, я склонен к отекам. К отекам склонны все. В норме. Мы не говорим о патологии, хронической почечной недостаточности и так далее. Так вот, если выполнить правильно блефаропластику, убрать лишнюю параорбитальную клетчатку, то этих отеков не будет видно. И, соответственно, вы не будете склонны к отекам.